Сегодня 8 октября. Коров ведут обратно на водопой, обратным путем. Они упирались, не хотели, уже вечер. Но что делать? Человек хозяин над всякой тварью, и они повинуются. Вот они жаждут. Это единственное место, где, вот, где они могут напиться воды. Дамба вот загорожена все. Вот она там везде. Там сетка. Забор. Тут братья трудятся уже. Уже все готово, только нет, леса не привезли. Вот они тут сколько. Вот они пьют. Стоят некоторые, некоторые пьют. Другие ждут своей очереди. Вот молодой какой-то. Вот Василиса. Вот какой, о. Завяз, завяз, нет, выходит. Вылез. Игнат Тихонович руководит процессором. Процессом водопоя. Большой опыт. Вот так вот. Происходит все. В природе. Вот такой бычок добрый. Копыта раздвоены, жует жвачку. Чистое животное. Кто такой? Не стесняйся, иди. Иди, пей. Пей, иди, да. Иди, пей. Вот такой грозный бык. С той стороны, и они боятся подходить. Овечки, видишь, как они? Им надо. Все, подходи, пускай. Они с той стороны зашли, овечки, уже боятся. Вот, теперь полным ходом домой. Я пошел, она не поила. Ей не сказали, поила, нет, не поила. Да как же ты так? Они сухой травы наелись. Там зеленой-то мало. У них перевариться не может. Было помог. Вот оно такое дело. Вот какая здоровая корова. Давайте, заканчивайте. Скажи, чтобы заканчивали. Вот солнце уже горизонта. Значит, уже почти 6 часов, можно определять. Вот, рекламу можно дать. Дрессировка собак, Барнаул. Номер телефона. Все. Слава Христу.